Здравствуйте, ребята! Меня зовут Соболева Майя Валерьевна. Наш сегодняшний урок называется «Слово о полку Игореве как литературный памятник». Это первый урок из трех по изучению данного произведения. На этом уроке вы познакомитесь с историей открытия памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Узнаете различия между понятиями «скульптура», «инсталляция», «памятник». Определите значение терминов «литературный памятник», «авторский вопрос», «слово». Давайте порассуждаем. Памятник, скульптура, инсталляция – это одно и то же? При кажущемся сходстве этих понятий они все-таки различны. Скульптура – это искусство создания объемных художественных произведений путем резьбы, лепки или отливки и произведения этого искусства. А инсталляция – это объемно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, объединенных единым художественным замыслом. Посмотрите на примеры. Перед вами изображение древнегреческой статуи Дискобол. Ее автор – предположительно, древнегреческий скульптор Мирон. Это первая скульптура, передающая человека в движении. А это современная скульптура. Она называется «Фея из проводов» и расположена в Великобритании. А это инсталляция. Она называется «Свет в движении» и выполнена из 80 тысяч подсвеченных часовых механизмов. Как вы думаете, какова цель создания этих произведений искусства? Мы можем предположить, что авторы создают произведения искусства для того, чтобы доставить эстетическое наслаждение, пробудить определенные эмоции, заставить задуматься о важных жизненных вопросах. Ну и это способ самовыражения художника. А какие эмоции вызвали эти произведения искусства у вас? Скульптура и инсталляция – это произведения искусства, в которых отражается творческое видение художника окружающего мира. А что же тогда такое памятник? У этого слова несколько значений. Обратимся к основному. Памятник – это архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь какого-нибудь лица или события. Вспомните, какие памятники в Республике Молдова вы видели. Я думаю, вы вспомнили немало примеров. Возможно, вы вспомнили о памятнике Штефану Челмари или о памятнике Александру Сергеевичу Пушкину. Или о памятнике Григорию Ивановичу Котовскому. Как вы думаете, какова цель создания памятника? Конечно, памятник создается с целью увековечить в истории память о человеке, событии или явлении. Само слово «памятник» таит в себе слово «память». Слово о полку Игореве называют литературным памятником. Как вы думаете, что это значит? Литературный памятник – это чрезвычайно значимое для литературы и истории произведение, появившееся в прошлом и отличающееся художественным своеобразием. Таково слово о полку Игореве. Смотрите на небольшую информационную справку. Дата создания произведения – 12 век. Жанр – слово. Автор – неизвестен. Обратите внимание на странное название жанра – слово. Что же это значит? Слово в древнерусской литературе – наиболее употребительное заглавие сочинений как церковного, так и светского характера. Считается, что жанр слова имеет прямую связь с появившимся в Европе в XVI веке жанром эссе. Сравним эти два жанра. Жанры слова и эссе схожи в содержании. В произведениях обоих этих жанров поднимаются вопросы философии, религии и бытия.
Схожи они и по форме. На ранних этапах формирования этих жанров было характерно спонтанное развитие мысли. Но все же больше между ними различий. Слово — это поэтическое произведение, характерное именно для древнерусской литературы, а эссе — это прозаическое сочинение, в котором выражается индивидуальная позиция автора по какому-либо вопросу. И эссе, как жанр, не ограничено ни временем, ни пространством. А какие еще жанры древнерусской литературы вы знаете? С некоторыми из них вы уже знакомы. Давайте вспомним. Если автор произведения хотел научить чему-то своих читателей, хотел поучить их, то тогда такое произведение называлось «поучение». Это проникновенная беседа о духовных ценностях, например, «Поучение Владимира Мономаха». Если в произведении повествовалось о чем-то, о каких-то важных исторических событиях, то такое произведение называлось «повесть», например, «Повесть временных лет». Если автор произведения рассказывал о том, как он ходил по интересным местам или ходил под парусом, такое произведение называлось «хождение» или «хожение», например, «Хожение за три моря». Если в произведении рассказывалось о жизни святых, такое произведение называлось «житие», например, «Житие Сергия Радонежского». Автор слова неизвестен до сих пор. В истории всемирной литературы авторский вопрос встречается нередко. Иногда автора литературного произведения сложно определить за давностью лет, а порой за фигурой писателя встает большое количество претендентов на эту роль. Согласно данным картотеки древнерусской письменности, число древнерусских анонимных сочинений доходит почти до 2500. Об авторе слова рассуждает и филолог, академик, искусствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев. Автор слова мог быть приближенным Игоря Святославича, он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава Киевского, он сочувствует и ему. Он мог быть дружинником, дружинными понятиями он пользуется постоянно. Он, несомненно, был книжно образованным человеком. Святослав Киевский – это двоюродный брат князя Игоря. Об этих князьях вы узнаете подробнее на следующем уроке. Рукопись была найдена в начале 90-х годов XVIII века известным любителем и собирателем русских древностей Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным. С рукописи были сняты копии. Одна из них предназначалась для Екатерины II, и именно она дошла до нас. В 1800 году слово было издано графом Мусиным-Пушкиным в сотрудничестве с учеными. Но в 1812 году сборник, включавший слово о полку Игореве, сгорел в московском пожаре, и сохранился только экземпляр Екатерины II. Слово изучалось литературоведами, поэтами, лингвистами, историками. Его переводили на современный русский язык Александр Сергеевич Пушкин, но он не успел, Василий Жуковский, Аполлон Майков, Константин Бальмонт, Николай Заболоцкий и другие писатели. Поэтические элементы слова отразились в русской поэзии и в русской прозе на протяжении 200 лет. Оно было переведено на большинство западноевропейских языков. Послушайте, что писал Александр Сергеевич Пушкин о слове. Песня о полку Игореве найдена была в библиотеке графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее был полуустав 15 века. Первые издатели приложили к ней перевод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места остались темные или вовсе невразумительны. Многие после того силились их объяснить. Но хотя в изысканиях такого рода последние бывают первыми,
ибо ошибки и открытия предшественников открывают и очищают дорогу последователям. Первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи на перерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными. Объяснениями важнейшими обязаны мы Карамзину, который в своей истории мимоходом разрешил некоторые загадочные места. Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей не знающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. Ни Карамзин, ни Ермолаев, ни Востоков, ни Ходаковский никогда не усомнились в подлинности песни о полку Игореве. Великий критик Шлецер, не видав песни о полку Игореве, сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним произведением и не почел даже за нужное приводить тому доказательства. Так очевидно казалась ему истина. Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которой невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Ну, Карамзин не поэт. Державин? Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославной, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских. Ответим на вопросы по тексту. В чем сомневались некоторые писатели, прочитав слово? Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника. Какие доказательства приводит Александр Сергеевич Пушкин в подтверждении подлинности этого произведения? Их несколько. Во-первых, даже истинные знатоки, лингвисты, историки, писатели, этнографы не усомнились в его подлинности. Во-вторых, было невозможно подделать дух древности слова, так как ни у кого из писателей XVIII века не было достаточно таланта для этого. В-третьих, в слове используются слова и обороты, которые были расшифрованы только некоторое время спустя, когда были открыты древние летописи. На этом уроке мы рассмотрели слово о полку Игореве как литературный памятник. На следующем уроке мы поговорим о ключевых образах произведения. Для этого ознакомьтесь с текстом слова, прочитайте вступление и первую часть в переводе Николая Заболоцкого. Воспользуйтесь комментариями и словарем на страницах 158-160. Спасибо вам за внимание. Хорошего дня!